за 45-5 дней они могут обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту жительства либо по месту нахождения и написать заявление. Затем они будут по системе ГАЗ-выборы исключены из списков избирателей по месту жительства и переданы в ту участковую избирательную комиссию, где они смогут реализовать свое избирательное право по месту нахождения. Также они смогут подать заявление за 10-5 дней в участковую избирательную комиссию по месту жительства. И в исключительных случаях, если человек не успел избиратель за 45 и за 5 дней ни в территориальную избирательную комиссию обратиться, ни в участковую избирательную комиссию обратиться, они смогут сделать это за 4-1 день, то есть за один день до дня голосования, в субботу до 14 часов. Для этого существуют специальные бланки заявления, но по этому заявлению избиратель сможет проголосовать только в участковых избирательных комиссиях, которые определены решением избирательной комиссии Краснодарского края в разрезе каждого муниципального образования и в разрезе каждого избирательного округа. Причем заявление можно подать в многофункциональный центр. С МФЦ территориальная избирательная комиссия заключила соглашение. И если раньше необходимо было обращаться лично в ТИК по месту жительства, то теперь можно написать заявление в комиссию по месту вашего временного пребывания.